Тренер, поздравляю с победой. Игра получилась напряженной и тяжелой, такой, как и вы ожидали, наверное. Ну, в первую очередь хочу поздравить болельщиков наших и фанатов. Они нас сегодня очень хорошо поддерживали. Это дополнительный стимул для нас. Ну, а что по игре? По игре, ну, легких игр вообще не бывает. И всегда противостояние Каунаска, Жальгириса и Жальгириса. Это здесь всегда идет очень большой футбол, и каждая команда хочет что-то доказывать. Но сегодня мы были сильнее в плане того, что и даже в организации, скажем, что и множество моментов создали, забили голы, это очень радует. Соперник тоже имел моменты, и достаточно серьезные. Но сегодня нам игра больше, наверное, удалась в том плане, что мы были более организованы. Довольно-таки сложный календарь. Сейчас вы играли с Кауновским Жальгирисом, в среду играете с Поневежисом. Ну, такой календарь, значит, надо придерживаться тех рамок, которые есть. И наша задача играть и показывать результат. Как оцениваете действия Густаса Ярушевича? Молодой игрок, вышел с первых минут, был довольно-таки агрессивен. Вы у меня так спрашиваете, как будто его кто-то другой выпустил на поле мне. Конечно, если парень показывает хороший футбол, умный футбол, если он именно подходит нашему стилю и выполняет ту философию, которую мы пропагандируем, добро пожаловать. Мы очень рады, что именно этот молодой игрок именно дает такие вот хорошие показатели. Задача нашего клуба — выращивать свою молодежь и давать возможность смотреть в будущее. Что вас больше порадовало сегодня? Что два мяча забили или что ни одного не пропустили? Ну, так скажем, что ноль в наших воротах — это очень хорошо, а забитые голы — это только большой плюс. Спасибо.